Шеф-повар Максим Григорьев. Сконы с лавандой. Еще чуть-чуть и расцветет лаванда в саду, а пока я решила пристроить засушенные цветки лаванды с прошлого лета. Я вообще часто использую лаванду в кулинарии, а эти сконы – один из любимых рецептов. Кроме того, что это очень вкусно и ароматно, так еще и готовится нереально быстро. Так что рекомендую. Время приготовления – 15 минут. Ингредиенты. Лаванда сухая 1 столовая ложка. Масло сливочное 110 грамм. Мука пшеничная 2,5 ст. Разрыхлитель 1,5 чайных ложек. Сахар 5 столовых ложек. Сливки 10% 170 мл. Соль 1 щепотка. Шаг 1. Надо мука, масло, сахар, соль, разрыхлитель, сливки, 10-20, цветки лаванда. Шаг 2. Смешиваем муку, соль, сахар, немного оставляем для посыпки, разрыхлитель. Шаг 3. Масло режем на кусочки и добавляем к муке. Шаг 4. Тщательно перемешиваем все до состояния мелкой крошки. Шаг 5. Добавляем цветы лаванда. У меня засушенные, но свежие пойдут еще лучше. Шаг 6. Добавляем сливки, оставив 2 столовые ложки для смазывания сконов. Шаг 7. Замешиваем тесто. Оно получается очень мягким и очень податливым. Шаг 8. Выкладываем тесто на присыпанную мукой поверхность. Тесто не должно прилипать к рукам. Если что, добавьте еще немного муки. Шаг 9. Раскатываем тесто толщиной не менее 0,5 см, 5 мм, вырезаем сконы. Они бывают и круглые, да? Шаг 10. Выкладываем сконы на противень, застеленный пергаментом. Каждый скон сбрызгиваем сливками и чуть посыпаем сахаром. Хотя можно обойтись и без этого. Выпекаем 14-15 минут при 180. Шаг 11. Вкусные и ароматные сконы готовы. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.